Дед, не умирай, слышишь, дед? Мне можно. Я старый. Одно жалко, знать бы, когда война кончится. Весной кончится. Больно ты скорый, сынок. До весны нам немцев не погнать. Весной 45-го. Я точно знаю. Мы эту победу никогда не забудем, дед, понимаешь? Для нас 9 мая самый главный праздник будет. Важнее Нового года. И ветераны каждый год будут идти по главной улице, а все им будут цветы дарить и спасибо говорить. Минута молчания каждый год. И через 10 лет, через 20, через 40, через 70 всегда, понимаешь, дед? И кино снимать. Потому что если бы не вы, нас бы вообще не было.